Помогите мне! Воспроизведение. Смотрите на iTunes до выхода в кино 9 марта. Мое дитя! Воспроизведение — это фильм о школьниках старших классов, которые начинают изучать серию убийств в прошлом. В процессе своих исследований они высвобождают злой дух. Полиция прибыла на место и нашла семью мертвой. Хотели меня видеть, лейтенант? Знаете Нейтана Бронсона? Он не пришел домой прошлой ночью. Кристиан Слейтер играет офицера Фрэнка Лайонса. Такого грязного копа. Во всех смыслах этого слова грязного. У меня могут возникнуть проблемы из-за этого. Тебе лучше... Расслабься. Это будет нашим секретом. Говорят, что на фотографиях можно увидеть тело и душу. Некоторые верят в это. Джонни Паккар играет ученика старших классов, который расследует убийство для школы. Да, мы прямо у того дома. Интуитивно он понимает, что это именно та тайна, которую ему нужно раскрыть. Квин, можешь заняться новыми каналами, если это не займет много времени? Тоби Хемингуэй играет Квина, который работает в системе слежения и которого не понимают остальные школьники. Ну, пока не попробуешь, не поймешь. Слушай, а я могу взглянуть на него? Думаю, он рабочий. Были трудные моменты, как передать ощущение, когда персонаж и зрители видят одно и то же. У зрителя должно остаться предчувствие скорой смерти, даже после просмотра. Ты внизу? Нервничаешь? Слегка. Воспроизведение. Это судьба. Джонни Паккар, Тоби Хемингуэй и Кристиан Слейтер в воспроизведении. Смотрите на iTunes до выхода в кино 9 марта.